Рос. То есть вот это все попало, да? Извините. Так вот, очень интересное название во Франции. Монашкины пуки. Причем там даже две легенды по этому поводу есть. Откуда такое название? Две легенды, обе нецензурные. Мы не будем их озвучивать. Не будем. Нецензурные легенды. У нас очень приличный канал. Обе цензурные, что интересно. Да ладно. Ну что, поехали дальше. Карл Злой проявил себя как суровый борец с мятежами. Именно он сыграл главную роль в подавлении большого крестьянского восстания Жакирии, которое Карл Злой Сыглар. Че у меня сегодня с говорильней? Три корабля лавировали. Раз, два, три. Карл Злой Сыглар. Видя, что к замку стремится монаршья особа, его служители стали опускать подъемный мозг короля, да. Если вы выпадываете из окна, следите, чтобы следом за вами не полетела чья-нибудь задница, потому что результат для вас может быть печальный.